Ну и кашу же ты заварил, сынок. Че это? Товарищ генерал, они первыми открыли огонь, у нас не было выбора. Да, переколотили взвод морской пехоты США. Ладно, сынок, что сделано, то сделано. Молодцы. Отправляйся в Мортон. Ну что, капитан, как думаешь, простят нам это? Да в смысле простят, они сами хотели нас разъебать. Они этого только и ждали. Послали мальчиков на убой, чтобы создать формальный повод для конфликта. Через сколько, по-твоему, нам их ждать? Думаю, что через пару дней они уже наигрываются. А если бы я просто уехал? Если бы я просто уехал на БМП? Есть, товарищ лейтенант. Разрешите выполнять? Что? Ты еще здесь? Бегом! Сраканы. Ну, перелопатил я взвод морской пехоты. Ну и чё? На твоем месте поспешил, а то еще и тебе перепадет. Встаю. Отделение, подъем. Через 3 минуты все снаружи. Ура, 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 ура. Лейтенантик, по-моему, перебарщивает. Вы сутки на ногах, да в боях. Мог бы и не дергать из-за такого пустяка. Подумаешь, один задремал. Да нет, тушь. Нам спокойнее не спать в хранении, чем быть... А теперь могут еще и поиметь. Поиметь. А чё, я сейчас буду расставлять реально челиков по постам? Сонное царство. 5.37. Сменить часового на посту 1. Сменить часового на посту 2. Спокойной ночи. Сменить часового на посту 3. Ебать, пост 3. Сменить часового на посту 4. Доложить офицеру о смене часовых приступить на сегодня в случае обнаружения поведения тревогу по рации 001. Подъем! Родину проспишь, боец! Виноват, товарищ младший сержант. Отставить! Ты уже труп, только еще не знаешь об этом. Спящий часовой на этом острове — это мертвый часовой. Бегом в расположение и доложишь своему сержанту о том, что спал на посту. Есть, приду, доложить. Проверю. Ни одном наряд, на другом. Очищать калсу автомат калаш. Я надеюсь, я успеваю. Я со спящим на посту во время боевых действий-то и засовывают как раз. А потом еще и заставляют чистить это все. Кто спер в этот раз? Найду. Oh, report status. 2, position, Deco, Alpha, 6, 9, 3, position, Delta, Hotel, 6, 8. Тупо драчу каждую минуту. Что мне делать-то, бля? Доложить офицер. Просто наряд нести. Пятый погиб. Стоп, а как мне доложить? Как доложить по рации? Говорит разводящий Астахов. Тревога! Что стряслось там у тебя? Обнаружен противник в нашем квадрате. Понял? На тревоге я доложил. Только, блин, пятый, я не помню, где был. Пятый это там наверху ведь, да, он был? Их там хуярит! Я, блин, столько с постов дернул, ребята. Может быть, мне не надо было дергать с постов? Это они лезут и лезут. Давай с пулемета кроем. Так можно и офицером стать. Нагнут нахрен, ну похоже на то.
Для воевавших война никогда не кончается. И это все заново! Нападение, короче, надо сейвиться. Гембель сплюнул на плац, придирчиво смотрел генерала. Ну, тоже неплохо устроился. Пошел дальше. Дембеля. Открыть огонь. Открыть огонь! Вы что, тупые? Вы их не видите, что ли? Они же вон. Астахов, проберись в штаб на второй этаж. Уничтожь рацию и забери документы на столе. И потом уходи вместе с людьми в Монтигнак. И где тут рация с документами? Я в штабе. Я уничтожил рацию. Так, я что, не могу встать теперь? Ко мне! А, ну куда я должен уходить? Штабе забрать документы и уничтожить рацию. Да я попытался уничтожить рацию, блядь, сам свидел, походу. Я поползу туда. Расстреляю, так я ее расстрелял, я ее взорвал даже. Все называется козел автоматик. Тупо козел автоматик, вот резист. Где ты хранил часы? Да у меня их как бы не забирали, их на руке держал. Товарищ вот мой боевой, конечно, в жопу их засунул. Я ему говорю, ты ж... Свое время для анекдота, да-да-да. Встречается как-то дембель генерал. Би. Мне бы фуру пригнать. Чё? У тебя ПЗРК, чел, шмальни! Просто сидит, чилибосит с ПЗРК. Ой, по сосне. Садись! Я хотел с ребятами. Он все еще сидит. Его придавило там, кажись. Шестой, ты хоть со мной? О, третий погиб. Давай, братик, я тебя не брошу. Шестой! Он ног не чувствует. Я ему сейчас прикажу найти укрытие. Это был вражеский УАЗик. Он, по-моему, остановился. Значит, брось. Он ранен, у него также есть мама. Он хочет жить. Рили, они ищут двух бомжей каких-то, которые съебались. Типа, неужели это им настолько принципиально? Ой, он сейчас умрет. Как они дают инфу про цели? Может быть, я тоже могу? Так? Ой, это у меня тут? А что они тут делают? Ой, как же душно. Это вообще возможно выполнить? Я так понимаю, и на грузовике нам, типа, не уехать. А сам уедет. Блин, я хочу их забрать с собой. Вдруг меня разжалуют. Я только получил импрув. Ааа!
Нет, этого говна не скрыться на грузовике. Короче, тут надо бежать. Это всегда безвыходная ситуация. Так я бегу. Он просто там встал, где, типа, он не должен стоять. В Монтиньяке-то есть какая-то наша база или что-нибудь типа того? Да. Я сфидел весь свой взвод. Я помню битву за Монтиньяк. Это было велико. Аэродром Эверона. Это который наш? 5 тараканов. Остальные назад! Уже не успеете! Там вертолет улетел красиво. Из него еще кто-то выпрыгнул. Попущен за то же. Мне кажется, таракан падает. Вам, нам, предстоит уничтожить вертолетную площадку НАТО. Позвольте незаметно подобраться к острову, вернуться на базу. Я буду стрелять или лететь? Заправка. Да я не умею летать. А, надо завести же, наверное. Я ничего не могу сделать. Куни ничего не работает. Мне бы взлететь. Так, аккуратнее, аккуратнее. Мне бы взлететь для начала. Чего? Я пытаюсь! Нет, не файер, я пошутил. Что это было? Нас засекли. Да я только пёрнул. Кстати, это у придурки вертолет.
Да если бы не он, я бы вообще на супер очке был. Нас уже щупают. Да опять это дерево! Я просто его не вижу, то что вертолет у меня по центру. Ладно, на самом деле я его не смотрел, возможно, я бы его увидел. Но я опять завтыкал. Все? Что ж эти все вертолеты? Эту пищалку можно как-то офнуть? Это просто шок. Надо прилетели обратно. Горит место высадки, значит, можно. Значит, можно лететь домой. Мне еще, наверное, и посадить, да, надо будет сейчас. Я сел. Хочу быть пассажиром. Василий таракан. Погиб. Вертолет. Просто вечно не промахивающиеся ублюдки, которые там сидят. Это просто шок. Ни одного промаха чел не допустит. Он живой! Он все это время... Что бы я ни... Откуда там 4-то вулкана высралось? Было же всего 2. Как только они появляются... Так я старался, я выстрелил 2 ракеты в один вулкан, потому что первая ракета не попала. А помимо вулканов, мне еще надо и эти как-то вынести. Да опять, что это? Что по мне сейчас шмаляет? Target Cobra, 1-4. Туда прибегает один чел и начинает из чего-то крыть меня. А, то есть они меня вот так хуярят, да? Я хотел вылезти. Сесть за какую-нибудь нормальную пушку, типа, с земли, чтобы шмалять. А мне... Как я на лету должен? Вертолеты, они видели вообще, что я за игра у них? Когда это делали, они видели? Какое тут управление, блядь, вертолетом? Нас уже щупают. Щупайте меня полностью. Командир, щупайте меня полностью. Я разрешаю вам, командир, щупайте. Ой, нас засекли, опознали, командир. Полечу-ка я домой. Может быть, я уже выполнил свою миссию. Уже сказали что-то уничтожить, я что-то уничтожил. Уничтожить все вертолеты противника. Мы сделали все, что могли. Задача вашего танкового взвода разблокировать подразделение второй роты и вывести их из окружения. Блин, этот говнарь не наш ведь, да? Мадафака! Я его задрифтил, кстати, наверное. Так, это кто? Кого атаковать? Хаммер! Так, это все враги. Это все враги. Это действительно враги. Задача выполнена. У нас 2 танков нет теперь.
Target Black Hawk. 2-9. Здрасте, приехали. 12 o'clock. Enemy Cobra 1000. Да почему он не стреляет? Меня же просто Black Hawk, да? Target Black Hawk. 3-2. All injured. 5 injured. Я не понимаю, я просто не понимаю, что от меня хотят. Говорит первый, первый! Fire! Cannot fire! Welcome to the rice fields, motherfucker! Fire! Ставьте грязи, не боялся. Починиться бы? Я бы забалдел, если бы починился. Второй, кстати, вертик довольно-таки неплохо отсосал. Но они как-то слишком жестко долбят. Прям, ну, у меня всего 4 танка, и они, блядь, покоцали меня в нулину практически. Теперь, если бы я в прошлую миссию уничтожил все вертолеты, у меня вторая бы сейчас в очко не нам это. Выступать. Говорит дед. Вторая, оставайтесь на... Вер, ты че уже летел? Target machine gunner. 3-2. 11 o'clock. Machine gunner. 100. 11 o'clock. Fire. Soldier. 100. Target. 12, target. 3. 3. Machine gunner. 100. No target. Target soldier. 6, 3. 5. No. Fire. 200. No target. А, там еще будут дома с кучей гранатометчиков, я вспомнил. Я тогда взял пулемет в руки, чтобы победить. Where are you? Ну не в руки, в смысле, а, блядь, в башню. Там челики ползком, походу, пытаются выжить. А мы тупо уехали. Но, насколько я знаю, в танках не очень много места, поэтому... Вы не смогли их забрать. Target soldier. Zero. Three. Fire. Это Орешек. Оливье наш. Приступаем к раскупориванию. Говорит дед. Молодцы. Грачи опаздывают. Действуйте своими силами. Cease fire. Fire. One. Three. One o'clock. Enemy. M60. 100. 12 o'clock. APC. 200. Да пока он просрется по всем этим. Вот он все голосовые команды, пока не скажет, я не могу потереть, поменять пушку, потому что я не могу открыть огонь, потому что я занят, я говорю, голосовые команды. Вот я опять, я не смог скомандовать огонь. Потому что я занят, я говорю 100, Black Cock 100, Cock 100 Black. Target truck, 1, 2, fire. 10 o'clock, M60, 200. Ну все, вливай воду. Чё со мной стало? Fire. Какую Target воду? Target SD, 0, 9. 9, injured.